Нет, ребята, за мной гонится какая-то страшная тележка. И она меня переехала. Ну чё ж это такое? Мы с Шариком, значит, попали в подземелье. И туда такие вот тележки водятся. Кстати, классно, мы только что перепрыгнули. Опа. Да чё второй раз-то не вышло? Опять она нас задавила, ну ты чё? Хватит меня уже задавливать. Все, ребятки, берем ключик. И там же еще столько этих малышей. Столько еще этих малышей. На тебе! Тележка нас не пускает. Все, ребятки, не будем больше баловаться. Сейчас мы от нее убежим попросту. Попросту убежим. Все, давай. Хватит тебе со мной бегать, я тебя убегаю. Отлично. Ух ты. А это что тут катается, монстрик, а? Тук-тук, открывайте двери. Кто это там у нас спрятался? Вы что ли? Как у вас дела? Что-то он, ребятки, неразговорчивый. Значит, мы пойдем дальше. Так, тут чисто. Тут вроде бы чисто. Отлично. Так. Ой, нет! Споймал меня, споймал. Так, а где? Стоп. А, мы там еще флажок как-то активировали, поэтому он тут пропал. Так, а чё эти два чудика будут лазить? Ух. Так, ну давайте этого тоже выпустим, а то ему там скучно сидеть. Все, взрывайся там сидеть. Отлично. Теперь нам нужно как-то, ребята, залезть наверх. Ух. Так. Так. Аккуратненько. Оба. Кто тут у нас? Одна колючка к нам так приелась. Такое разве может быть? Одна колючка нас три раза бахнула. Это что-то новенькое. Так, ну-ка стоять. Шарик. Ну куда ж ты деваешься? Все. Теперь, ребятки, мы тут прошли. Можем смело отправляться дальше. Бабах. Так, так, так. Ключик какой-то. Ой, нет, лучше его не открывать, эту дверь. Так, ай, отстань ты. Этот ключик, ребятки, ничего хорошего не дает. Вы, конечно, его можем открыть вот так вот. Опа, прикольно. На этом и все, как бы больше там не надо ничего придумывать, что-то выдумывать. Так, тут будет очень много этих монстриков, так. Ой, нет, ну зачем ты за мной бежишь? А вдруг бы я не успела твоих колючек увернуться, пришлось бы опять на тебя нападать, монстрик. Текс. Оп. О! Фух, еле, ребята, успели мы от него отпрыгнуть, от этого чудовища. Так, ух ты, тышка. Ну все. Ку-ку. Смотрите, гонится за нами, хочет нас поймать. Нет, так просто я тебе не дамся. Негодяюшка. Так, ребята, и теперь мы тут тоже прошли. Можем отправляться туда вниз. Давайте прямо так сейчас как спрыгнем. У-у-у! Так, а чё у нас тут? Ой, 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 ой! Нет, споймали. Так, пойдемте налево. А, вон оно что, тут спрятана тележка. Чё, мы сможем покатить? А ну-ка, ой, 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 какая тяжелая. А ну-ка, давай разделывайся с этими монстрами. Хватит. Ай! Что? Одна колючка к нам прилетела все-таки. Вот же ловкие какие. Прилетела одна колючка к нам, представляете, ребят? Ох, но зато мы взяли флажок. Так. Ну чё ж такое, давай залазь. Так, 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 так. Ой. А почему это он решил взорваться? Это, ребята, странно. Так, ну нет. Да что это такое? Ну почти ведь залезли. Оп. Да ты посмотри!
Опа. Отлично. Так, и теперь прыгаем вниз. Все, ребятки, мы прошли этот уровень, и на этом мы заканчиваем эту серию. Следующая серия ждет вас прямо сейчас на моем канале Спуди Дуду. Так что смотрите продолжение. Ну а с вами был Спуди Дуду и Красный Шарик. Всем, ребятки, пока-пока. У-ху! Bye.